Легальный таран. В общественной палате в очередной раз предлагают снять с водителей спецмашин ответственность за поврежденный во дворах транспорт. Речь только о пожарных и врачах скорой, которым необходимо пробраться к месту вызова, а проезды перегорожены припаркованными, как попало, автомобилями жильцов. Медикам приходится идти до подъездов пешком. Нередко возникает сложность и с транспортировкой лежачих больных. Что уже говорить о пожаре, где промедление тоже чревато тяжкими последствиями. Поэтому в исключительных случаях, когда есть реальная преграда, ее можно протаранить, считают общественники. А ущерб пусть покрывает страховая компания.